как раз проходила, прогуливалась. Музыка играет у нас в конференц-зале с закрытыми дверями. Благотворительный концерт. Такой вот интересный стиль. Да, такие вот хрустящие полы, музыка классическая живая, старинное здание. В общем, все прелести. Камин настоящий. Такая музыка. Прям как будто на борту какого-то корабля. Сид. Напротив нашего номера есть такой закуточек небольшой с выходом на улицу. Тут такая библиотека собрана. Я, конечно, в шоке от этих книг в хорошем смысле слова, потому что они такие старинные. И это все спрятано под стеклом. Все на английском языке. Вот размеры этих книг. Вот моя рука, вот размер книги. Можете представить, какая она громадная. Старинные тоже большие книги. Просто. Ну вот, моя рука и книга. Книга намного больше. А еще тут есть такая коллекция кукол и фотографий. Следующая коллекция фарфора. Как он называет? Порцеляна. И вот тут написана информация тоже. Идем сейчас на улицу. Такие вот двери старинные, ручки старинные. Почему оно все такое красивое? Красота. Просто так и хочется всю эту старину подержаться. Шикарно. Пока дождь на улице у нас прекратился, можно выйти поснимать. Тут тоже номера с этой стороны. Оно действительно все такое яркое, пышное. Вон ступенечки идут. Большинство сейчас на ужине. А, я вижу, кстати, фонарики уже, огонечки, видите, зажглись вдалеке-вдалеке. Он светится на беседках, на альтанках фонарики. Нам тут тоже фонарик дали, такой, которую можно прицепить куда-нибудь. Ну, это подарок, в смысле. Все входит в стоимость, all inclusive, все включено. Вот. Ступенечки все такое миленькое, такое приятное. Я сделаю несколько фотографий тоже, и в основном будет видео. Вот. Вау. Какое место. Там тоже. Это мы, получается, находим с другой стороны озера. Я как раз вот показывала вам в виде. Вот там вот я была. И вот там вот наверху. Сейчас. Подождите, где же она? Надо на камере. Вот здесь. О, там я читала книгу свою о перфекционизме. То есть у меня это не совсем запущено. Мне просто нравится это читать. И это первая книга, которую я себе купила на eBay. Вот. Это все на Амазоне, да, на Амазоне. Захотелось мне попробовать заказать что-то с сайта eBay. Ничего, дошло за 2 дня, вообще красота. Куда вы хотите пойти, а? Скажите мне. Давайте куда-нибудь пройдемся. Давайте пойдем сюда, в эту сторону. Тут пока людей нет в номерах. Никому мы мешать не будем. Вот.
еще раз. А, там тоже беседочки есть. Но мы туда сходим на обратном пути. Я, знаете, представляю, что вы со мной вместе за ручку гуляете. Пока не холодно, солнце садится. Вот где-то сейчас у нас, смотрите, 7:15 вечера. The twins, типа близнецы. Кстати, на английском языке, что близнецы, что двойняшки, это одно слово. А у нас это два разных слова, два разных значения. Ну, чисто по медицинским нюансам, ну и плюс по внешним нюансам тоже. Да, а по американским это все то же самое слово. Кстати, хотела вам рассказать. Подошла я, значит, к приемной и спросила, что у них есть такое жидкое на ужин. Я очень люблю грибной суп, пюре. Вот, это моя слабость. И я у них спросила, они сказали, на общем столе ничего вообще жидкого нету. Вот, а можно, допустим, попробовать заказать что-то из меню. Вот, ну, из меню шеф-повара. Я говорю, давайте мне маленький стол на одного, на двух человек. Это обычно не на такой большой круглый стол. И там на 10 человек. Зачем мне такой огромный? То есть сидишь вот тут, как, я не знаю, дурак, за огромным столом, и тебе ничего не нужно. Вот. И подошла девушка-официант и спросила. Я сразу поняла, что где-то она недалеко от нас, Украины. Она, как оказалось, потом с Угорщины, с Венгрии. Вот, мы с ней так поболтали, знаете, мир тесен, да. Мы сразу так друг друга поняли по славянской внешности, по славянским симпатичным личикам. Вот, и она сразу сказала, не поверишь, есть грибной суп, пюре. Говорю, все, как ты любишь. Говорю, давайте мне его. А еще у них второй был суп из watermelon. Watermelon — это и суп из арбуза. Боже, мы тогда друг друга посмотрели, переглянулись, говорит, Таня, не надо. Вот, и она сказала, давайте попробуем небольшую порцию супа. Вот, а потом на второй я себе взяла талапия, это рыба. И картошку, как она называется, молодая картошка. Тут она в Америке почему-то вообще не сильно популярна. Вот. И я обалдела, когда я поняла, что картошку-то они не пошкрябали, не почистили. Вот. У нас обычно все как бы чистят, потом, конечно, и пальцы, и кожа коричневая, но ничего, за два дня все смывается, зато вкусно. Знаете, вот сварить молодую картошечку. Я люблю миленькую, я не люблю крупную. Конечно, она быстрее чистится, но я люблю миленькую. Вот. Крупная быстрее чистится, а с мелкой больше мороки, да. Я думала, что они позаботились об этом. Нет, они просто помыли и сварили. То есть нету ни укропчика, нету ни масла, ни соли тебе, ни лаврового листа. Вот мои родные любят еще с чесноком. Я без чеснока, допустим. Вообще ничего нету. Я его солью, перцем засыпала и вот поела быстро. Вернулась я вот с того вот места. Ой, наслаждаться тут природное удовольствие. Но уже солнышко садится, темнеет. А вода, знаете, течения мало. И такое ощущение, что здесь вода как зеркало. Пойдемте сюда зайдем. Я уже сбила счёта, сколько здесь этих альтаночек, беседочек. Ух ты! Ух ты! Да, она такая более старинная. Показывала вам и более современные, и новые. И такая более старинная. Как вам вид? Пойдем с вами прогуляемся куда. Так, хотела сказать по поводу... Значит, это же... Здесь действительно немножко мой мозг, как сказать, запнулся. И оказалось, что первый этаж тут ground floor, второй этаж — это первый этаж, третий этаж — это второй этаж, ну и так дальше со смещением. В общем, пока я искала свой номер, я запуталась. Действительно, в Америке первый этаж вот в этом отеле — это ground floor. Хотя в других отелях, когда мы были, то никакого ground floor не было, потому что я иду искать свой номер на второй этаж, и я понимаю, что это не то, что мне надо. Хотя начинается с цифры 2. Вот. Очень много насекомых, поскольку цветов много. И я хочу уже вернуться в номер. Сделаю несколько кадров еще на память. И завтра будет продолжение второго дня. И я возьму вас с собой. Обязательно хочу сходить в музей. Что-то меня на искусство потянуло. И будем, естественно, все показать вам. Я желаю, чтобы у вас была возможность обязательно здесь побывать и ощутить всю эту красоту.
и поделиться ею с вашими родными, близкими и любимыми. Это прекрасное место, спокойное, чистое, ну, естественно, все за ваши деньги. Я очень хочу, чтобы вы здесь побывали, действительно, правда, от чистого сердца я желаю, чтобы вы здесь побывали. Да, я понимаю, что один день здесь влетает в копеечку, но хотя бы чуть-чуть выделить на это финансы можно. Такое вот будет мое пожелание. Спасибо всем еще раз за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Не забудьте подписаться на канал, чтобы вовремя увидеть новые видео от меня, где я делюсь кусочками своей жизни. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что прогулялись вместе со мной.